8. Вы ничего не делаете, так и боретесь.
Если команда стоит мате, вот в этот момент не развязывают пояс, а просто поправляете кимоно. Если у вас сильно пояс развязался, судья показывает, например, Андрею, заправиться. Тогда ты можешь развязать пояс и заправиться. А если судья не показал, ты просто поправляешь, без развязывания кимоно. Боремся, лупта, ну оружие, до минуты, без бросков. Рэп. Петро Чепарович, 4 минуты марафон. Так, девочки сидят, ну да? Ну, с кумиратом, верить еще, ну, и... Какой район? На эти месяцы, а то все сами сидят. Мало, не снимайся, да? Да, еще пара бросаешь. А раз, я сейчас смотрю. Андрей Петя, стоп! Андрей Петя, стоп! Петя, Петя. Говорю, пожалуйста, успокойся. Ну, ты не считай, я скажу, что ты пошла. А, кардиоза, спасибо. Смотри, что у тебя там? Ходи. Как? Еще раз. Петя, ты что, а их чем? Чем? Все. Одна нога. Умер, чувак. Чем? Ну, туда, туда, туда. А их? Вот, все. Если ты сделал умный бой, ты ковион. И еще, ты борешься, и смотри, как ты борешься. Посмотри, как. Тебя бросают алгоритм. Бум, и дырка. Как, смотри, печуали. Вот, как здесь. Это лучше? А значит, Yeah.
Ты же не считают свой экзамен. Я знаю. Ну так выходи, Петр, принеси его. Хорошо. Молодец, умница.
Ну смотри, я тебе объясню. Покажи, какую руку. Вот это, да? А куда ты бросаешь? Никак. Сюда, сюда, да? Смотри, просто простаченную руку не выставил, да? А тоже надо бросать, да, по моему идее. Ну как, отвечать можно потихонечку? Вот нет, хорошо. Здесь крыска, что ты ее хорошо. Андрей, стоечку, стоечку. Петля заправился. Понимаете? Это вот физику раз,
Надо включать мозги во время борьбы. И тогда тебе легко будет там. Да.